Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я же, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Значит, это видео по такому проекту называется «Брокер Трады». Здесь нам при регистрации дают бонус $100 на депозит. Плюс еще здесь очень много бонусов, как бы, вот нажимаете «бонус». И можно, как бы, здесь прочтете, за что дают бонус. Получать эти бонусы, как бы, да? Вот. И вам дадут бонус $100 будет. И что вы делаете, значит, при регистрации? Так, подождите, не запутаться-то. Так, разместить депозит, нажимаете. И у вас здесь будет вкладочка «План». Так. Выбираете и размещаете. Эти $100 выводить нельзя. Я что к чему говорю? Я вывела с этого проекта. Я в нем уже давно. Если честно, я благополучно про него забыла. Потому как здесь дают бонус, и нужно заходить и продолжать, чтобы этот бонус работал ежедневно, раз в 24 часа, активировать его, ну, чтобы он продолжал капать, продолжала монетку. У меня на счету было 20 центов, здесь минимальный вывод 5 центов, и я решила без вложений, я сюда ничего пока не, ну, как бы до этого не вкладывала, я вот эти 20 центов поставила на вывод. Значит, так, история операций, смотрите, вот так, вот, 24-го я ставила, заявка на вывод средств была обработана и выполнена. Мне пришла денежка вот 0.20, видите, 20 центов. Я их вывела, значит, вот они. Платят они в рублях. Значит, смотрите, вот в рублях вот это 12.60. Я вывела и опять я забыла. Голова садовая. Вот брокер Трады. Вот, группа есть ВКонтакте. Вот. Как бы, да, можно сюда вступить, чтобы быть в курсе новостей. Ну, и после чего, естественно, я сюда закинула $1, пополнила. И сейчас я его только что пополнила, и вот начала делать видео. Значит, сейчас я его закину. Смотрите, выбираю план уже. Но до этого я делала вывод без вложений, ребят. Так, счет бонусный еще даже какой-то. Так. Подождите, так, выбрать счет пополнения, нет, подожди, ага, панель размещения нового депозита, вставляю сумму 1, так, здесь мне пишут $1, и я его вкладываю, вложить, депозит сформирован, так, здесь вот счет пополнения у меня обнулился. Далее что? Так, пополнить, вывести, разместить ваши депозиты. Теперь смотрю. Вот у меня два депозита. Вот это $100. Мой бонусный депозит. Вот в него без вложений нужно заходить ежедневно, раз в 24 часа, нажимать вкладочку вот эту, чтобы он продолжить, чтобы денежка как бы капала. Если вы не продолжите, не зайдете, вам денежка капать не будет. А так как я теперь уже пополнила, мне уже заходить не надо активировать. У меня будет уже автоматически капать. Вот. А без вложений будет, да, как бы нужно заходить и продолжать активацию. Вот. Значит, ну что, в принципе, все такое рассказала. У меня есть много партнеров. Вот, и как бы заходите, проверяйте баланс, как бы, и если у вас есть на счету вот это вот счет для вывода, не вот это красный, а вот этот, где черным, должно быть, если у вас есть 5 центов, ставьте на вывод. Вывод приходит в рублях, хотя здесь все в долларах. Почему-то вот так у них. Значит, есть служба поддержки, она работает. Далее, что еще? Партнерская программа. Вот здесь находится, кто еще не здесь,
партнерская ссылочка. Вот у меня 14 партнеров. Ну, здесь вопросов и ответов. Сами уже здесь посмотрите. Я думаю, разобраться здесь несложно. Ну что, проект платит без вложений, потому как, я повторюсь, я выводила, ничего не вкладывала. Мне вот только пришел вот этот вывод, и после чего я уже сюда закинула $1, чтобы мне не заходить ежедневно и не клюкать, не продлевать. Вот этот бонус как бы. Ну, на этом все. Всем удачи. Кому интересно, пользуйтесь без вложений. До новых встреч!